минусы пребывания людей двуногих, да, двуногих созданий, как говорится. Смотрите, просто. Вот, это же причем все приезжают сюда на машинах, то есть возле машины это бросают, чтобы никуда не тащить. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас какое число? А, 5 июля уже, господи, уже скоро середина лета, а вы еще там сидите и не отдохнули. По-моему, пора, а? Слушай, вот эти последние дни, это прям вообще, да, показательно. Доброе утро. У нас сегодня... Это интересно, меня, говорит... С днем рождения. Я тут чуть не выпал. Это тебе Лёва передал, Голицын. Новый свет. Ну, прям с нового света. А вот эту вторую покажи. Я же не знал, что у тебя день рождения. Я пацанов попросил, они поехали в новый свет. На заводе взяли две бутылки. Полусладкого. Спасибо, так, сейчас паузу поставил, уберем. Вот, вот тебе рассказываю. То есть передали, да, там, дядь Лёва Голицын, бутылочки с этого. Ой, тебе все, шампанское пойдет, попрет. Не знаю, надо придумать хороший повод, на что открыть его или как отпраздновать, чтобы было весело и интересно. Как ты, кстати, переживал? Шоколадку купи, такой раз, такой праздник. День рождения не раз в году. Да, конечно, следов от машины здесь просто превеликое множество. Твои сегодня ожидания, скажем, ну, от моря, как ты думаешь? Честно, я уже думал, что на него ходить бесполезно. Бесполезно. Как мертвому припарка. Горячая, да? С водорослями. Слушай, обертывание. Вот сейчас пошли водорослевые обертывания. Ты сегодня больше кайфанешь. Вчера мужчину встретил весь в водорослях, как зелебоба. Ну, куда я вообще ходить? Это, походу, я так понял, постоянно. Житель уже... Это Пилатес. Пилатес. Мобильный Пилатес. Приезжает, набирается сил, релаксирует. Ну, собственно, почему бы и нет, да, такое? Ну, да, возможность. Так, появились вот эти досточки. Самое главное, тут появились мусорки. Ну, ладно. И, да, то есть инфраструктура постепенно приходит на пляж. Появилась вон палатка с левой стороны. Самое главное, сегодня ни одной машины. Ну что ж ты будешь делать? Даже мужики вон на L200 припарковались возле речки и все. Не нарушая, так сказать, идиллию утра. Слушай, сколько сейчас, вот я вчера встретил людей, они прямо с таким этим воодушевлением рассказывают, как с утра встретили дельфинов. То есть у нас, знаешь, за чего люди начали по утрам на море ходить? А что, пляжа нет? Я так понимаю, что все загородили. А зачем? Ну, воду всю загородили. Да-да-да. Нормально. Это ты имеешь в виду водные гидромотоциклы, да, эти развлечения? А что, пока пользуются спросом, так и будет. А, и этот, с дельфинами прям такие рассказывают о встречах, вот вчера вечером прям в полуметре, там, в двух метрах. И с утра почему все стали ходить? Вот из-за нас, вот, то есть мы с утра ходим, видят хорошо нам. Да, и все стали ходить по утрам. Вот ты представляешь, мы с тобой только идем, люди уже уходят с пляжа. Не, ну это настоящие люди. 5:30. Это точно. Мусорка вот стоит. А что ты думал? Не дай бог, что с тобой случится, что с тобой не случится. Ты что, ты денег кинешь? Нет. Ты тебе памятник, блядь, поставить? Нет. Нет, походу я ошибся. Ну, да ты говоришь хорошо на море. Все орут с утра. Не-не-не, им уже очень хорошо. Они еще, я так понимаю, идут спать. То есть, да, это возвращение из... Да, да. Ну, хорошо, хоть мусорки есть. Хорошо ими пользуются. Красота, да? Слушай, там, знаешь, хочешь прикол расскажу? Я просто вчера уже видел, что там происходит. А на пляжике, там, где между Одиссеей и Черноморцем,
Там я там переживался по поводу барханов, там мне писали, вот, там всегда был проход. Короче, там знаешь, что делать? Забором вот так вот перегораживают полностью по пляжу все. Вдоль, да. То есть и там вот расчистили они себе проход, и теперь вот все те, кто там о чем-то рассказывал, о чем-то мечтал, кайфанут. И мне в спину рта доказывали, что надо проход. Сначала туда канализацию проложили, короче, а теперь еще и перегораживают полностью. Вот такие вот дела. О, вот и музыканты на пляжике. Красавцы, люди танцуют, отдыхают. Погнали, говорят, все, вставай, пиво, не пиво. Что, останешься? Оставайтесь. Так, ну что, здравствуй, Зеленое море. О, дальше, говорят, вода прозрачная пошла. Это хорошие новости. Идем, научу. Привет. 24,6. Ай. Ай, тут прям вообще, если вчера такой, знаете, был получше, то сегодня вот прям кисель-киселище. Чайка смотрит вниз и говорит, не могу поверить. А, это не чайка. Приглючила. И вроде вот все, пошло. Ну, кстати, водоросли теплые, они притягивают все в воду. Ой, опять тепло и сохраняет его лучше, чем обычная вода. Так что, в принципе, вообще все хорошо. Ты готов стать зелебобой? Или пойдем обратно? Ну, там дальше хорошо. Не, чистая, чистая, а что, только возле берега. Палаточку, ну, почему нет, да, пришли, поставили, я за них. Без машинки, просто капитальные красавчики. Короче, температура воды, это вот тот момент, когда воздух холоднее, чем вода. И причем вот он, знаете, 25,2 и постепенно набирает. Клюет, клюет, клюет с утра. Не для местного. Я же тебе не рассказал про супер-шорты, которые видел. Вчера иду... Идет мужчина с ребенком за руку. У него, короче, такие стринги леопардовые. Да ладно. Да ладно. Я как, знаешь, как... Слушай, я, знаешь, что? Говорю, надо срочно звонить Ашот. Говорю, я нашел самые лучшие труселя, после которых, если мы зайдем в таких море, хайпанем, либо отгребем. Не, ну у меня натирает, так что я в стрингах не могу ходить. Ой, фу, блин, я честно, я вчера просто выпал, когда увидел. Так, ну вам, друзья, сейчас поставим камеру и пойдем сходим, посмотрим, что там есть. Пойдем. Ну там хоть просветы есть? Да. На GoPro это выглядит. Ну послушай, тебе море. На GoPro это выглядит еще страшнее. Зато слушай, тебе море тех по цвету подходит. Домой унесешь. Мне тоже, кстати, такая же всегда, то есть с карманами. А почему с нами сегодня нет Романа? Бедняга переработал, походу. Передай его. Вот и все, вроде чисто пошло. Прям вообще бассейн практически. И вода нормальная. По температуре? Да. О, ватерлиния. 25 градусов. Смотрите, ребенок купается уже с утра. То есть великолепно. Вообще. Вообще кристалл. То есть только возле берега. Вот пришел так ты бы к морю сегодня развернулся и ушел. А смотри, даже улыбаться начал. Смотри, Ашот. Вай-вай-вай-вай-вай. Вообще красота. Это супер чистое море.
друзья, все, водоросли подтянуло, прибило к берегу. Кто хочет вот чистой водички, приходите к Мажипсину. Немножко перестроили. Я тут думаю, что можно найти где-то, да, влево-вправо пройти, и будет вообще красота. Смотри, сколько там людей уже. А, это быки или все люди? Люди. Господи, что же вам не спится? Все. Вот. Тут не то, что нормально, тут вообще сегодня кристально. Вот здесь. Нормально зимой шторм. Нормально. Вот это нормально. Красота. Так, опять чуть-чуть зелени, полосочка маленькая. Но это на самом деле мелочь, потому что видно, что все-таки подсело там все, что было. И можно будет сегодня спокойно занырнуть. А если еще бы крабики пришли, я бы вам еще и подводную жизнь хорошую показал. А что, дельфинчики пришли? Все, все пришли, ушли и нам не мешали. Вообще хорошо. Блин, скоро Новый год уже. Че? Еще полгода до Нового года. Давай уже дыряй. Вообще чистейшее. Где змея? Что ты меня пугаешь? Сам испугался. Видел, какая длинная? Ага, веревку забыл кто-то. Ты будешь сегодня дырять или нет уже? Да давай, я уже не могу. Я сам не могу. Поплыл. О, ну и мы тогда за ним. Парковка водяная. Да-да-да. Ах, два, три. Слишком часто, что ли? Да это ты просто вот приболел со своими ребрами, потом и ленишься. Не, ну восстанавливаться-то надо. Тем более, еще недельку, я думаю, можно опять бухать. Опять бухать? Пробовал не бухать, не мое это. Люди отворачиваются, когда ты не бухаешь. Реально, я тебе говорю, то есть, когда пил, прям круг общения был один. Как блин, перестал? Кто там? Какая-то фигня здесь плавает. Ты что меня пугаешь? Да ну что там наступил? Или рыба, или крабик. Иду. Но не раздавил, не переживай. Не переживай. Главное, чтобы тебя не съели, слушай, тут за это надо переживать. Ой, кто у вас здесь ест? Скат может прийти съесть. Не знаю, кого он там нашел. Давайте за ним. Нашел? Кто это был? Где там кто? Нету ничего. Создал на берегу. Что ты делаешь? Дозы выпуска. Как в ванной купаются сегодня? А не хотел. Thank you.
что, удовольствие получено? Чё? Удовольствие получено? Чё? Чё? Нет? Мало? Пузыри по пускам. Покажи, это, на солнце только поверни, гематологи. Ужас, ужас. Да ладно, нормально. Все даже двигается. О, во, рыбки пошли, 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 пошли. Сегодня крабиков он, ребята, не нашел. Рыба обиделась и во время шторма куда-то ушла. Либо есть другой вариант, что граждане отдыхающие. Нет, все повыбирали уже. В общем, либо так, либо так. Ну, как ни крути, море сегодня восхитительное. То есть, вот из всех дней, сейчас мутило, там водоросли. Если кто-то хочет искупаться в хорошем море, то бегом, бегом приходите, занимайте места. Иначе вас потом сюда не пустят. Я думаю, тут столько будет... Ну, в том смысле, что все займут. Потому что на такое море слетятся все. То есть, водоросли чуть-чуть у берега, а дальше реальный кайф, да? И это прекрасненько. Все, уже ничего, уже пошли водоросли. Красота. Все равно, смотрите, здесь вот уже ребята искупались. Там целый отряд идет. Я же говорю, тут через некоторое время мест не будет свободных. То есть, изначально увидел ашот водоросли, не хотел купаться, но... Но... Есть вот, и вот они, смотрите. Зеленые, прекрасные. Ах, красота. С виду можно было расстроиться, подумать, что зеленое море, а мы искупались, получили дикое удовольствие, и все великолепно и прекрасно. Все, на пляжах, я смотрю, на пляжах начали работать. Вот он мусор с утра уже собирает. Это тоже очень хорошо. Под ручку прогуливаются среди зонтиков. Слушай, мне так нравится этот утренний пляж. Великолепные места. О, проснулся уже Мерседес. И уехал. Он, наверное, упал. Да нет, там спал Мерседесик тот. Шикарно. Здесь кто-то тоже вот и шел, вещи бросил. Непонятно. Может, он что-то охраняет. Русло речки Можепсин, чтобы не потекло. Может быть, я даже не буду сомневаться. А, в общем, появились переодевалочки. Причем нормально тут можно попереодеваться. Мусорки. Большое количество переодевалочки вон еще. Массаж уже делают. Вышки. То есть хорошо оборудовали пляж, я хочу сказать. Красиво, главное, что симпатично. Самое главное, чтобы вот этих вот следов подъезжающих автолюбителей было поменьше. Тогда будет все вообще прекрасно. Вот так вообще, по сути, шикарное доброе утро. Сегодня твое вот тут пятно. О, о, все, вот для чего вы полотенце. Прикрывать неудобные места. Слушай, вот представь себе просто вот такую картину. Мне жена, правда, начала оборать на меня какие эти стринги и так далее. Вот понятно, что шутка не шутка, но представь таки с утра видео, как заходят в стрингах в море. Слушай, вот выход, да? Как защитить пляжи? Мужикам переодеться в стринги, а другие мужики будут думать, может, стоит ли ехать с семьей туда, в стрингах купаться. Ну, на самом деле, пускай каждый отдыхает как хочет, хоть голыми ходит в этом году. Нет, ты больше загореть хочешь. Ну, тело больше. Для чего? Загоревший. Ну, а я откуда знаю. Хорошо, для кого? Для кого другое дело. Вот. У меня тоже много таких всяких вопросов возникло. Он, по-моему, за 2 часа больше 30 тысяч просмотров взял в ТикТоке, короче, этот видеосюжет. То есть мужик хайпанул там немножко. Ну и я в том числе. Говорит, вот что ты подглядываешь за отдыхающими. Нет, ну, слушайте, я уже смирился с тем, что уже у нас голые женщины ходят. Ну, ладно.
пускай ходят. Но если сейчас у нас начнут мужики ходить голые, это... Да, как-то это немножко непонятно. Может, воспитывали нас в других правилах, да, там, и понятиях, то есть, не знаю. В общем, я надеюсь, что над нашими пляжами вот эти разноцветные флаги не засияют прям очень. В это верю и хочу. И БМВшникам там тоже всем привет, кто очень сильно любит разноцветные машины, говорит, для удовольствия и так далее. Как говорится, они показали свою... Ну, это начиналось все с айфонов, да? Ну, да. Теперь у нас это, любители BMW это, туда это, же. Это не прикол, это по правде, что ли? Ну, да. Ой-ой-ой. Там, по-моему, Василий сидит. Он большой такой стал. Вот он. Видите его очертания? Нифига, как ты его увидел. Он, смотри, вот он, кольца красиво крутит. Красиво. Васька, привет! Как ты там? Мы по тебе скучали, я аж переживать начал. Ну, надоели, ходят все тут, мешают, фотографируются, наверное, уже с ним. Бесплатное фото со змеей. Ладно, не будем мешать. Что ты там еще нашел? Там сидит. Все, сейчас бжж, клюет, вот все будет весело. Лягушка сидит, говорит, что он делает, зачем это ему? Знаете, сколько рыбы там кишит просто. На рыбалку приходите к нам, лучше вы ее поймаете, чем она просто передохнет. Ну что, бодрого утра, прекрасного дня, спасибо. Да, спасибо, что ты проснулся, разбудил меня. И вам хорошего настроения. Пускай все у вас получается и случается. Даже вот Василий сегодня на месте. Прям все. Сегодня будет лучший день. Воскресенье. Высыпайтесь, просыпайтесь. И бросайте все и приезжайте. Мы вас очень-очень ждем. Слушай, я честно, на самом деле, вот по-хорошему могу сказать, что я не знаю, куда вот вы будете машины парковать. В общем, для тех, кто приезжает на Мажипсин. Потому что уже с утра уже очередь. Ну ладно, мы сейчас уберем свои. Ну, это, конечно, да.